поводу туннелей, пардон, признаю свою ошибку. Ошибся. Я просто совсем забыл. Не так часто здесь по четверке ездим. Баги становились как раз. Бундесавтобан. Букву Г не буду расшифровывать. Каждый додумает сам. Вот. Здесь раньше был, ну, такой, после вот этой Йены. Йена, Джена, хрен его знает. Я Йена называю. Такой подъем был. Серьезный. А сейчас туннель пробили. Сейчас в подъем не уходишь. Сейчас мы здесь чик-чик. И опу, через вон ту гору. Через туннель проскакиваем. И все, вообще красота. А когда подъем был, он такой был затяжной-затяжной. Что, снег уменьшается уже? Плюс 2. Видите, тут его уже практически нет. Саня, друг мой, который там возле подвойки, там возле Ганновера живет, говорит, у них вообще снега нету. Вчера, говорит, что-то выпало и тут же растаяло. Это вот чуть-чуть севернее. И это... Говорит, не знаю, как пересечься. Запретили, говорит, ездить. Ну, локдауны же эти все. Запретили, говорит, ездить что-то там 15 километров от дома там, ну. В общем, ему сюда далековато, 220 километров где-то вот до Эрфурта ехать. Посмотрим, мне там кое-что забрать у него надо. Я в прошлый раз одну контрабанду протаранил в Минск. Надо еще одну притащить. Какую, не скажу. Ну, не контрабанду, но... Так... Все, короче, проболтался. Ладно. Вот, ну, договорились, что завтра растаможимся, разгрузимся. Определимся, что у нас там с загрузкой. Пока никакой конкретики. Ни с Красноярском, ни с Когалымом. Ни с чем. Чтоб не пришлось на Москву грузиться. Куда-нибудь. За 3 копейки. Такой вариант тоже не исключен. Но там грамотные люди решают все вопросы. Наше дело рут крутить. Видите, как отделали красиво, да? Камнем выложили. Вот. Ехать нам сегодня еще 215 километров надо, а до места 427. Ну, до места, до таможни. 215 это до Автохофа, где по планам приземлиться. Хотелось бы туда забежать, не трогая 10 час. Так-то еще 3.58 можно работать. Но это уже с 10. Может быть, за 2.58 214 километров мы добежим. А так вот он, этот туннель. Дорога, я не помню, то ли правее, то ли левее шла. Ну, такой подъем был очень хороший. А так, видите, туннель 3 километра. Здесь тоже. Совсем новый. Ну, относительно, я не скажу, сколько тут лет там. Может, 5, может, 7, но очень недавно он здесь появился. Закончился. Здесь более пологий подъем в туннеле. А по горе такой был. Хороший. Ну, здесь вся дорога пойдет. Вот вся четверка здесь до пятерки, она такая будет. Вверх-вниз, вверх-вниз. Не сказать, что там сильно крутые. Ну, вот тягуны типа вот этого. Такие будут. Неплохие. А так-то что, елки-палки. Уже плюс 5 с этой стороны туннеля.
Солнышко светит. Тут уже весна. Полным ходом. Ой, надо глаза одевать. Тонар тяжелый. Диничел чешский тяжелый. Все тяжелый. Тут уже обгон разрешили. Чела можно даже не обгонять, он сейчас разгонится и понесется. У них скорость, экспресс, все дела. Им надо топить. Одно время сейчас будем Эрфурт проезжать, постоянно на этот Эрфурт бегали. А еще вспомнил, чем эта четверка интересна. Ну как тут на камеру то особо не видно, тут очень много замков. Вот едешь и так вдалеке на горах древних, старинных, как там внутри, не знаю, но этот стены точно есть. Наверное, самое много, вот, если взять какой-то вот автобан конкретный, то вот поэтому их тут по четверке, их тут до хрена и трошки. РФУ 38. Вот такая местность, я же говорю, она, вон, видите, такая холмисто-гористая. Автобан не для экономии топлива, скажем так. Где снег? Где мороз? Где зима? Трава зеленая. Плюс 3. Снег вон там еще, на буграх немножко есть. А тут уже все. Кончилось. Еще километров 50, и даже вот этих белых накатов не останется. Все, зима кончился в Германии. Вон начинается. Вон замок. Да они тут, знаете, рыцари эти, да, там были, там, крестоносцы и друг другу тут. Гости. Сегодня, говорит, идем бухать в этот замок. Оп, тып-тып-тып-тып, туда все. Потом в этот, как они только на горку потом забирались-то. В нетрезвом виде. Хотя их было кому доставить. И вот так вот. Жили ж вот так вот, да, люди. Вот. В низинке здесь еще. Здесь крестьяне, беднота, там все дела. А эти вот наверху. В замках. Типа недоступные. Ну, в любом случае, на горе-то так сложнее штурмовать. Вот тут их тут несколько штук. Вон вдалеке, да, вот там тоже виднеется. Хермес тоже экспресс-доставка. Вопрос только, где снег? Поля зеленые. Куда делся зима? За зимой, Алексей Николаевич, это вам на восток. Когалым, например.
интересно, они так-то действующие? Или... Огурчики поехали. Капусточка. Класс. Или это так, там только эти, наверное. Не, вот этот так точно, там только стены вон остались, уже отсюда видно. Только стены, территория. Остатки. А по четверке вот здесь была граница раньше. Между ФРГ и ГДР тоже те же таможни. Сейчас здесь тоже так же таможня есть. Туда вот так вниз съезжаешь. Пару раз даже растамаживался здесь. Вот. Здесь тоже проходила граница. Вон она. По-моему, она тут. Что-то похоже, что не действующая. Так что мы заехали в ФРГ уже. Все, в ГДР проехали, теперь в ФРГ попали. Ехать там осталось сегодня 108 еще километров. Не, мы сегодня пятерку выйдем. Если туда, откуда мы собрались, то, в общем-то, нам осталось до пятерки-то 56 километров. Где три реки. Хороший мостик, но это не самый большой. По-моему, самый высокий в Германии это по шестерке, когда идешь. Там что-то 100 с чем-то метров высота его. Могу ошибаться. Могу. Я что-то не посмотрел его данные. Длина, высота. Сейчас попробую зеркало глянуть. Вот на той шильдочке там должно быть написано. А нет. А той нету. И тут нету. Извините. Нету тут информации. А так обычно висит там хох, высота там и длина. Так-то места здесь красивые. Горы так в долину смотришь, домики там, все живут люди на локдауне. Так медленно. Блять. Блять, вот.
то, что ты там выставляешь 82, это именно так вот привязывают их 82. Здесь просто участок такой, вот две полосы, и здесь обгон запрещен. И вот все, корку она вообще у него не едет. Ну и плюс 22, вот обгон разрешили. Наверное, побежали мы 90. Попробуем его догнать и обогнать. Потому что ближайшая горка, мы опять сядем. Продолжение следует...
можно и не можно. Попроси, чтобы придержал. Ладно, пускай едет. Зачем? Времени не хватает, никуда не спешим. 70 километров в час 13. Проедем, проедем. А так 2.13 можно ехать еще. Вон на ту гору мы его обойдем. Если там не будет соответствующего знака, конечно. Фиг вам называется. Подержи чуть, я тебя оббегу, а то сейчас все равно посадишь. Давай, давай. Удачки. Сейчас мы тут наверху с ним прилипнем, опять он сядет. Я думаю, мы не сильно нарушили, никто этого сильно не заметил нашего маневра. Вон он, видите, уже он уже в самом низу, его уже не видно. Правда, мы сейчас в бочку упремся. Но, вон, уже метров 300 уже между нами, если не больше. Мы сейчас все равно в кого-то упремся. Короче, не успел я камеру включить. Закрыт автобан. В общем, на легковой. Вот аж ошметки здесь. В прицеп фуре усадил, полностью под прицеп залез. Тут, наверное, штау, мама, не горюй. Посчитаем, сколько. В третьем ряду самое интересное, что... Ну, не в третьем, ну, два ряда, во втором получается. Во втором ряду. И все, ну, там... До пассажирского сиденья там... Просто кабриолет. Его срезало просто-напросто. Там все, автобан перекрыт полностью. Пожарники, ну... Я не думаю, что там кто-то выжил. Ну, дай бог, может быть, выжил, но не факт. И все, видите, все закрыто. Перекрыто. Здесь на объезд посылают. Здесь съезд, съезд автобана и посылают всех на объезд. Сейчас посмотрим, сколько здесь пробка. Но я думаю, что здесь очень большое штау собралось. Километров получается. А нет, каких 6? Каких 6? Да, где-то 6. 6 с копейками. Еще не так все и печально. Ну, видите, что на объезд пускают. А этих обогнал, ну не едут нифига. 84, за ними идешь, упираешься. Там, может быть, что-то случилось на дороге или что? Ну, он видно, что он... Или этот во второй ряд выскочил, а тот, может, зеванул или в телефоне сидел. Видно, что он его тащил под прицепом за собой.
еще, ну, пока остановился. То есть, может быть, летел там километров 150 каких-нибудь, а этот выскочил перед ним на пунтом или еще что-нибудь, и он ему на полном ходу под прицеп. Он, видно, его тащил за собой, потому что даже не вылез из-под прицепа. Ну, там шансов остаться в живых там немного. Вернее, их там совсем не было. Подходит к концу наш сегодняшний день рабочий. Хорош. Поедем на тот же автохоф, кажется, Шиловский, до которого мы уже тут пару раз стояли. На Барселону, с Барселоны валили. Контрасты, да, какие погодные. У нас уже дождь идет. Плюс 3. Сегодня утром было минус 20. Перепады такие жесткие. И да, вот видите, дождик. Время без 23. Остается нам отсюда ехать 212 километров до таможни. С учетом приехать к 8, может, они из 7 работают. Надо посмотреть будет. Я думаю, что часов 5, может, из 7. Надо погуглить. Если с 7, то в 4 утра выйдем. Если с 8, то в 5. Можно и к 8 поехать. Разницы никакой нет. По загрузке пока тишина. Никто ничего не говорит. Мне, в общем-то, в принципе, все равно, куда загрузить машину. Моя задача ее будет оттащить до Москвы. Дальше, куда она поедет, как бы мне уже не без разницы, но я туда не поеду. Главное не стоять. Да, наш автохоф. Не сказать, что любимый, но один из самых часто посещаемых. 30 раз уже его посещаю. Получится у нас часов 14 мы здесь простоим. Хоть выспимся. Одна разворачивает, вторая кричит, куда ехать. Но одна не знает, что нам на автохоф нужно. Час 20 проехать. А, за следующим поворотом повернуть. Завтра доедем. Затем используйте второй поворот налево. Используйте. Стой! Затем прибудете в конечный пункт. Готовьтесь к левому повороту через 740 метров, затем через 190 метров. Автохоф совсем пустой. Поедем на свое же место, где мы в прошлый раз стояли. €20. На 2 часов подарок бесплатно. €20 на 10 евриков.
5 евриков, пойдем покушаем. Что тоже, в общем-то, неплохо. Еды-то хватает. Ну, почему бы не сходить на халяву, не покушать? А я тут там, где всегда стоял. Не то, что всегда. Нет, два раза был и два раза там еще и стоял. Вот поеду туда. Не будем нарушать традиции. Утром до умывальника ближе идти. Все, спасибо за внимание. На следующем повороте налево. До завтра. Будем мы отдыхать. Сегодня мы и так продуктивно потрудились. Точки, страна завершения. Все у нас уже тут Германия. Вот она. Все. GoPro. Ну и напоследок вот такой у нас ужин. Сегодня сытный будет. Перебор, конечно. Но пока горячее, надо кушать. 20 евро платишь за паркинг. 10 дают на покушать. Но еще пришлось, правда, 5 сверху доплатить. 15 штук. Выбрал штук, говорю. 15 евриков стоит вот эта вот красота, которую мы сейчас перед сном и завалим. И потом вообще спать не будет невозможно. Дышать тяжело. Но мы его завалим. Холодный он просто не такой вкусный. Все, приятного аппетита и пошли спать. Понял. А, смотрите, кто ко мне приехал. Паука. Разбудил, но это все фигня. Да, вот я. Давай. Кстати, смотри. С завода, да? Видал это? Шух. Ах, Скания. Ты, нифига себе. Да. У меня такого нету. Здесь, ну это, в общем... Обалдеть, понты какие. Ну, а ты думал, Николай, все в красном, короче. Девушка в красном, дай нам счастливым, двоим троим тут стоит. Это у нас что? А, у тебя шерочка, да? А да. У тебя не написано, да? Че? Ну, это нету лейбы, да? 450-я, да? Да, у меня 450-я. Эти все моргают, да? А зато какие фары, Николай, сверху. Ну, включи. Бля, ни у кого таких. Если я включу их, ты ослепнешь. Давай. Я тебе серьезно да говорю. Да давай. Ну это отрапы наклеенные, братан. А это не фары, что ли? Завод фары, да? Ну, сказали, что это сам. Вот такую дугу мне поставят. Видишь, как стоит? Угу. Такую мне дугу хотели поставить. Ё-моё, точно обманки. Это я уже сам добивал. Не, вот эти вот самые. Это... Не, это я понимаю, я на верхней говорю, там, что да. Верхние обманки. Да. Это был машина, чтобы перевозить опасный груз. Ну, по ДДР шла, да? Да, по ДДР, вот. Поэтому здесь даже печку только самому включать можно. Да. По закону АДР ты не имеешь права, это самое. Чтобы она у тебя автоматически включалась, да? Угу. То есть, если ты где-то будешь стоять, она включена, искру даст и все. Ну да, да, она сейчас искрится. Теперь сейчас сделали ей освобождение от этого. Угу. Вот 58 евро стоит, кстати, да? Угу. Вот. И это самое. Сейчас будут кабель тянуть. Угу. Главное, этот поменяют, как у нас говорят, шальтер, да? Этот, то есть, чтобы включить автономку, нужно было выйти на улицу и включить, да? Не, автономку там включается она. У меня есть. Ага. А как... Но программировать нельзя, как пятница, суббота, воскресенье. Все, вот. Я понял. То есть заранее надо... включать ее. Теперь, сейчас вот я скажу. Угу. На батарее надо заменить главный шальтер, этот переключатель, угу. Протянуть. Экстра кабель, угу. Это дело будет стоить где-то 1900 евро. Шеф дает бабло? Ну, вроде как. Да. Блин, ну слушай, конечно, на спойлерах она смотрится вообще огонь. Кстати,
не было спойлеров, они спойлера поставили, второй бак поставили. Ну, а это тут уже, да, вот самое, как говорится, это нам уже наклеили. Местные, да. Местные, да, да? Да, да? Трубу поставили, она еще, правда, не хромированные. Да. И этот, и... А... Покрашенный, кстати, все, да, здесь это самое? Ну-ну-ну. А прицеп новый тоже? Два года ему. Два года? Да. А, вот он, видишь... Прицеп дается, ну сам же знаешь, да? Ну, ФРЦ, я знаю. На 6 лет дается. Да, 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 я вот в курсе. У меня с 18-го года. А, все ясно, 24-й. Да. Вот сейчас ему 3 года. То есть у меня... Так у тебя прицеп на хроме? Полностью на хроме, да. Обалдеть. Ну, немцы, что тут? У меня прицеп на хроме, потом это, Николаевич, у меня стоит погрузочная площадка сзади. Угу. Ага, вижу. Вот. У меня в прицепе стенка разделительная. Ну, тебя это двухсекционный, что ли? Двухсекционный, да, полностью. Мотор спереди, мотор сзади. Это стоит. Я знаю, у меня такой же был. Вот, и это самое. То есть тут минус 30, там плюс 30. Я в курсе, я в курсе. И у меня еще доппельшток. Это что? Это значит, я могу дополнительные грузы. И у меня такой был. Грузить, да. Вот у меня был точно такой же РФ. Вот, да. Карьер? Да-да. Карьер. Не-не, у меня это термокинг. Термокинг? Ой. Цеп Шмидт. Термокинг, хорошо. Ладно, пошли внутри смотреть. Да, пойдем. Залазь. Я с той стороны, а ты с этой, будешь рассказывать. Давай. Обалдеть, какая лярва! Открой только там, Николай, открой. Давай. Знаешь, как открывается? Ну, вроде бы. Помню. Короче, Лех, как это самое, мы с тобой говорили, да? В прошлый раз. Я здесь это самое, я себе вот эту полочку заказал. Ага. 110 евро она стоила. Угу. Это уже, как говорится, это уже шеф ставил, да? Угу. Вот. Плюс сейчас я здесь уберу. Не, ну... Это самое, у меня здесь... Я в Польше заказывал такую штуку. Вот смотри. Видишь, вот. Угу. Вот. Огонь. Они мне сделали. Я хочу еще... Это самое, оно тут мягкое, все классно так. Точно. Вот. И это самое, если ты сейчас полик уберешь, ага. Тут Скания тоже, видишь, там, там внизу. Все, есть, так вижу. Класс. Потом у меня сзади вот здесь вот, ну это уже, это мне шеф покупал, да, 600 угриков стоило, еврейских. Так как у меня проблемы кое-какие есть с дыханием, да, я тебе рассказывал. Вот, у меня стоит тут, здесь вот, преобразователь на 2000 ватт. Ага. Вот, и это самое, я его подключаю в свой аппарат. А, ну-ну-ну, я понял. И это самое, он у меня здесь стоит, шеф покупал. Ну, в принципе, что здесь так? Ну, все отличие, это только шторки, в торпеде, да? Шторки я покупал. Слушай, еще. Вот я хотел посмотреть, как я в полный рост в эрке вот, буду. Вот, пожалуйста, за глаза, Николаевич. Да, за глаза. Мне за с глаза. Моим ростом еще за вот. За глаза. Только 10 сантиметров. Я понимаю, что тебе будет неудобно сейчас после, ну, после торпеда, пола, да. Вот с этим, да? Я, например, после Актроса, да? Но. После своего. Долго я тебе привыкал. Скажу, я когда сюда сел, да? Да. Думаю, ёбана мать, я чуть не заматерился, думаю, куда я попал? Что за машина? Да, а как раз перед тем, когда вот ее получать, я ездил почти 3 недели на Актросе у коллеги, да, 3 недели ездил. И 2 недели как раз перед ним на Дафе, на большом Дафе. Кружку ставишь, да, не шелохнется. На Мерседесе едешь, иногда вот так вот ложка может вылететь. Да ты что? Даф, вот, в отличие от этого. Даф, он мягкий. Он у меня новый был. Даф мягкий, я в курсе. 20-30 тысяч всего прошел. Вот, а потом, когда я перекидывал вещи сюда, я вот так за голову взялся, думаю, куда я, ёб твою, попал. Ну, я говорю, после Актроса, да, здесь место вообще. Но потом, когда я начал ездить, 1000, 2000, 3000. Это, вот я всегда помнил твои слова. Вот я всегда вот смотрел, как ты вот это все то же самое. Заводишь, мужчина заводится, да, тук-тук-тук. С остановкой, красиво. Все. Девочка, девочка. Да, да, да. И вот так же у меня, смотри, это данный столик. Ага. О, то же самое есть. Шикардос. Да? Навигатора не было. Сделали? Да. Его просто, он тут есть, но его просто, как ты говорил, надо это включать. Угу. Компьютер стоит тоже там бабло неимоверное. Скания на всем делает бабло. Скания бабло, да, насчет этого. Они сами себя наказывают по полной программе. Это да. Вот то, что, чтобы мне сейчас, вот я серьезно тебе скажу, чтобы мне прийти на уровень моего Мерседеса Актроса, да, вот это Скания, надо еще, как
как говорится, расти, расти. Расти, расти. Например, вот ты будешь смеяться. Вот эти вот чехлы, да? Ну. Шеф купил мне их, говоришь, забери на Аскане. Я-то приезжаю, они мне сервис делают, и чехлы эти выносят. Я говорю, ну, давайте. Ладно, все, мы сейчас поставим тебя. Угу. Откуда я знаю? Я ни сном, ни духом. Они мне их ставят, все. Неделю спустя шеф мне присылает письмо. Вот, Пауль, ты был типа того, как это, фауль, да? Ну, угу. То, что ты, мол, не захотел сам делать, вот тебе чехлы поставили. А мне прислали рехнут на 138 евро. Чтобы два вот этих чехла поставить, 138 евро. Я приезжаю на эту фирму, захожу туда, шеф сидит. Я говорю, здравствуйте. Здрасте, ну, по-немецки все. Mm. Я говорю, так-так, я говорю, вот вам, сколько стоит у вас кафе? А почему? Я говорю, ну, я хочу знать. Не-не, для клиентов все бесплатно, все. Я говорю, вот вам два. Ой, а кто знает? Я у вас 4 кофе выпил здесь в прошлый раз. Я говорю, теперь я говорю, может, вы мне опять где-то это нарисуете? Вы что такое говорите? Я говорю, как это? Вот. Выставили. В телефоне, вот, пожалуйста. Угу. Это была компьютерная ошибка, вы нас простите. Мы вашему шефу, типа того, по 40 евро на каждое это самое сиденье сделали скидку. Угу. Ну, вы поймите, мы же, это же работа была затрачена. Это... Я говорю, а я специально зашел в свои мерседесовские куртки. Uh-huh. У меня мерседесовская такая есть. Uh-huh. Я говорю, вот видите, вот на этой фирме я пробовал 28 лет, да, был, обслуживался. Uh-huh. Чтобы вот такое, никогда. Uh-huh. Я говорю, вам еще расти, расти. Я говорю, Скани, вы меня разочаровали по полной программе. Ну, это ладно. Тот факт, вот как машина ездит, конечно, это сказка, это песня. С Актросом, я скажу тебе, не сравнить, да. Как вот она идет, как вот сидишь, uh-huh. вообще. Ну, правда, я сейчас был в одном мегаспейсе. Мегаспейс, самая большая uh-huh. кабина, второй постели нет, ящики. Uh-huh. И уголок. Красота. Не, ну я согласен. Не, но... ну, торпеда, тебе скажу, вот даже вот сразу садишься, да, все, вроде все то же самое, и роста хватает. Но торпеда, она сразу убирает место. Да-да, вот все, это, торпеда, это убивает, Николай, чувак. Вот эти 10 сантиметров этой торпеды, вот они. У меня После Актроса, говорю, мне жестко надо было привыкать к этому. Это труба, это мотор. Ну, сейчас там просто уже расстелено, ну, да, все. Да, ровный пол, да, это да. делает, это огромнейшая вещь. Конечно. Да, кстати, вот решает руль, все. Например, да, я у тебя видел, по-моему, у тебя вот этого нету, да? Есть, все у меня есть. А все вот из этого у меня есть. Где-то я что-то это самое. Все. А, у Кости, по-моему, у Солнца, да, это самое. У Кости может быть. У него этого нету. А нет, у меня все вот это есть. Вот смотри, так же Скания, это тык-тык, все заводится конкретно так. Панель немножко другая. Да, у меня 3D. А у меня другая. А у тебя, да, обычная. У меня обычная, да. Угу. Я говорю, эта фирма заказала одна эту машину. А потом отказалась? А потом отказалась, да. Я заведу? И шеф ее, это самое, да-да-да, давай. А шеф, это самое, ее выкупил. Ну, она нулевая. 450 не так все-таки, вот слышно, что да, да, 500, да, да. 500 отличается. Конечно. Там он чуть-чуть подвывает, как сова такое, знаешь, что-то есть такое у него. А вообще так вот, я говорю, мне нравится. Не, ты что, огонь. Понял, ВВС, Россия, военно-воздушные силы, СССР, все как положено. Так вот здесь, ну это чисто так. Ладно, братцы, не будем Пашу задерживаться, ему домой лететь надо, он здесь живет недалеко. Нам еще кофе надо попить, так что... Поскакали, Николаевич, пошли. Все, пошли. Давай, пойдем. Ослеплю, говорит, верхними фарами. О, огонь! Слышь, Николаевич? Но? Я боюсь эти верхние лампы включать. Если я включу, я ослеплю. Шутник, давай, рули. Удачки. Давай, счастливо, Пашка, давай. Давай, братишка, только все. Так можно сейчас, давай. Все, садводим. Давай, на связи. Пойдем, мы его там встретим. Проводим на выезде. Вот это шикарное завершение дня. Я уже спать лег. А Паша вот на этой фирме выгружался. Вот напротив фирмы. Пишет, что все, буду выгружаться долго. Потом надо срочно домой лететь, времени нету. Я говорю, ну давай тогда еще. Я к нему зайти не могу.
Я уже улегся, все, дын-дын-дын. Смотри, стоит, красавчик. А ему тут 40 километров до дома, по-моему. Погонит на базу. И времени осталось. В обрез. О, а здесь же шлагбаум снесли. Точно. Можно было и не оплачивать парковку. Все, давай. Огонь, лети. Даже на автобан не надо выезжать. А, по националке поедет. Вот. Все. Теперь можно идти спать. С чистой совестью. Правда, все бегом, все на ходу. Но что делать, работа. Теперь пошли мы отбиваться. Так. Просочиться. А шлагбаум, я так понимаю, кто-то увез на этом паркинге. Что-то я не обратил внимания, можно было и не платить. Это так, шутка. Теперь точно все. Спокойной ночи.